Как интересно, вот сейчас это 10-й ягель день, дождя очень давно не было, но с самого приезда над нами висит радуга. Сухо-сухо, а радуга есть, вот она. Мы сегодня на 9 машинах. 24 человека. Мох единственный очень сухой. Вот это одна из точек, куда мы собираем. И еще две такие же. Вот, надеемся, что до конца лета запас у нас будет. Вот, и с 2 до 3 ждем грузовую машину. А радуга-то до сих пор все висит.